Региональное правительство, по сути, уже начинает новый сезон дорожных работ. Не дожидаясь весны, профильный департамент уже готов разыграть конкурсы на будущие строительно-ремонтные работы почти на 900 миллионов рублей. Задача – отобрать действительно эффективных подрядчиков, не тянуть с конкурсами до того времени, когда уже надо приступать непосредственно к работам. В прошлом году часть процедур провели слишком поздно. Дороги отремонтировать не успели, недоделки ушли в зимний период.